Друзья, всем привет! И у нас с вами сегодня долгожданное предновогоднее видео. Почему? Потому что будут покупки из Фикс Прайс. Давно я туда не заходила, я вам скажу. И появилось очень много всего интересного к Новому году. И цены растут, я вам скажу. Все цены, что какие покупки сегодня будут, я все цены подпишу на экране, вот где-нибудь внизу, будут все расценочки. Цены растут, уже есть и 199, и 299 рублей, так что сегодня у меня, ой, два вот таких огромных пакета. Так что давайте начнем, буду по порядку показывать. Сегодня очень много новинок, и часть товаров я, естественно, купила в подарок. Надеюсь, до Нового года успею отправить. Итак, появилось вот такое кофе, очень прикольное, оригинальное, здесь микс, вернее, здесь латте, но есть коробочки с миксом. К сожалению, перед моим носом забрали последнюю, поэтому взяла латте. Вот здесь вот есть картиночка, какой бывает микс. Вот, очень классно, в подарок как раз-таки. Так, дальше. Ангелочек для счастья на елочку. Взяла розовенький. Там вообще разные расцветки совершенно. Так, у меня сгорела гирлянда, как вы знаете. И, в общем-то, в Фикс Прайсе появилась такая гирлянда. Вот. Я ее еще не открывала, но там прям в магазине была одна вскрытая. И, в принципе, ее все смотрели. Вот. Давайте развернем. Так, и вот такая она здесь, маленькие лампочки, разноцветные, как раз мне повесить на окно. Здесь есть пульт с кнопочкой, и что мне понравилось, здесь розетка, а не батарейки. То есть не нужно ничего туда вставлять, какие-то суперские батарейки, которые, опять же, надо в Фикс Прайсе покупать. Вот, все опробую, к сожалению, проверить, работает или нет, нельзя, все коробки запечатаны. Дальше. Вот такое мыльце. Не мыльце, почему мыльце? Маска, крем, маска, крем для лица. С авокадо, там есть разные. Здесь масло авокадо, масло ши. Практически все они основаны на масле ши. То есть масло ши, масло какао, масло авокадо, масло ши. Масло ши, масло виноградной косточки. Вот, то есть основа везде одинаковая, масло ши. И вот такая красивая коробочка. Она запечатанная, что мне нравится. Никто не влезет, не понюхает. Но цена уже не 50 рублей. Все цены будут на экране. Так, в очередной раз взяла опять формочки. Где-то здесь еще одна. Оказывается, они очень актуальны и очень популярны. Просто сметают с полок. Круглых у нас уже нет, я взяла последнюю, она была вот такая вот рваная. А квадратных, на удивление, гораздо больше. Видимо, их со склада вытащили и прям выкладывают на полки, потому что разбирают в миг. Дальше тоже вот такой вот крем. Это у нас алтайская косметика. Это новинка, я такого не видела. И она тоже запечатанная, то есть вот здесь видно, заклеена. Ни одну коробку не вскрывали, то есть все заклеено, видно, что никто не вскрывал, а они новенькие. Ну и, соответственно, состав, тут очень информативная коробка, и баночка, как видите, тоже довольно-таки симпатичная внутри, я предполагаю. Вот так, дальше. Вот такие средства появились для мужчин. Это пена для бритья. Фирма Divink Club. Никогда такую не встречала. Их классические, которые там стояли, они так и стоят в большом количестве. Их никто не разбирает, а это новинка. Так, также появились вот такие интересные вешалочки, но их можно использовать просто как декорацию для съемок на задний план. Взяла две.
Одну оставлю себе, одну в подарок. Пока не решила, какую. Посмотрим. Вот. Такие штучки. Переходим ко второму пакету. Взяла у меня, наконец-то заканчиваются те вонючие салфетки, которые я по незнанию взяла в зеленой упаковке. Появились вот такие вот. Знаете, они уже стоят 99 рублей, и это меня как-то... Я сначала их взяла, потом положила, потом снова взяла. Думаю, ладно, для видео вам покажу. Возьму все-таки тут 200 штук, и она с клапаном, и мне нужны салфетки. Поэтому взяла. Так, дальше у нас появился вот такой вот крем. Взяла в подарок. Вилсон, мне очень понравилась фирма, очень хорошие крема, они мягкие, не жирные, не слишком тяжелые, такие воздушные крема, легко впитываются, нужно совершенно небольшое количество, приятное ощущение на коже, и у меня есть вот такой же абсолютно с белым шоколадом и орехом, буквально вчера нанесла его на руки, мне очень понравился запах орехов, и такой легкий-легкий запах молочного шоколада. И довольно долго держится, и приятное ощущение. Вот такая коробочка здесь. 160 миллилитров. Еще также вот такой крем появился. Тоже такой новогодний, с символом года. Прекрасный подарок, мне кажется, к Новому году. Крем, это уже питательный крем. Здесь был крем... смягчающий и регенерирующий, а здесь питательный крем с розовой свинкой. Объем такой же, 160 миллилитров. Дальше взяла магнитик с местом, где надо стирать. Это в подарок, человек сам его сотрет, сам узнает вообще, что ему там пришло, что он там получит к Новому году, какой сюрприз. От свинки или от Деда Мороза, не знаю. Так, дальше еще в подарок тоже взяла вот такую прихваточку новогоднюю с варежкой. Мне кажется, отличный подарок. Будет супер. Также появились просто бомбические штуки. Я вам сейчас покажу. Я взяла почти все. Только с цветочным принтом мне не понравились, как-то не заценила я. Сейчас их разверну. Это такие закладки для тех, кто любит читать. Это самое то. Они всех возможных вообще вариаций. Очень красивые, магнитные, очень удобные, я вам скажу. Соответственно, что-то в подарок, что-то оставлю себе. Вот такие классные. Здесь есть и совушки, и разные зверушки. Здесь вот лисичка, енотик, там еще кто-то с кошечками, с лошадками. Разные растения, кактусы в частности. Вот, еще были с цветочками, но там как-то не очень принт интересный. Цветочки были только на двух, а еще две другие были со шрифтами. Но это на любителя. Вот я взяла самые яркие, они просто бомбические. Бегите, их разбирают вообще, ну просто. Я буквально последние выбрала. Очень классные, я вам отдельно покажу сейчас подряд. Безумно классные. Вы за такую цену нигде не найдете магнитные закладки. Это просто... бомба, бомба. Вот. Вот эти медвежата, лесные жители, это вообще класс. Просто, просто класс. Вот, в общем, и еще одна новинка, мне кажется, тоже бомбическая, потому что, ну, блокноты, давно такого прям экшена, вот все как на пайетках сошли с ума, потом еще на чем-то сошли с ума. Зеркальные блокноты были, а сейчас просто потрясающие зимние блокноты, и это надо брать. Их разбирают просто с молниеносной скоростью, но, соответственно, цена уже совсем другая на блокноты.
И тоже бегите, потому что разбирают, и, ну, мало, я практически вообще, так, вот такая вот. Они, посмотрите, они меховые. Мы сейчас с вами распакуем. Ой, вот такой вот с дельфинчиком. И вот такой красный, просто здесь бантик, и как будто вишенки висят. Давайте с вами разберем эту упаковку и посмотрим поближе. Он прям потрясающий, он такой мягкий, такой прям божественный. И внутри он обычный в точку. Просто точка, не белые листы, а такие, знаете, ну, сейчас мода какая-то, вот мелкая-мелкая точка. Не знаю, видно вы, вам видите вы именно эту точку. В общем, такие класснючие. Запах такой обычный, химический, ну, как от искусственного меха. И давайте вот этот посмотрим. Вот, такой классный, прям рисовать в нем можно. Мягкий, приятный, тактильный, прям вот для детей самое то. Смотрите, и плавничок отгибается, все, прям он такой игровой и подойдет вообще, мне кажется, для любого возраста. Очень интересные блокноты, интересно сделано. Так что налетайте, пока все не разобрали. Вот такие у меня были покупки клевые. Бомбические покупки просто. Все, окупилась, отоварилась я на приличную сумму. Все цены, соответственно, будут внизу. Все вы можете посчитать. И приятных вам покупок. С наступающим Новым годом. Увидимся с вами уже очень-очень скоро. У меня сейчас идет неделя влогов. Но это не совсем влоги, разные видео. Но каждый день выходят. Так что смотрим. Подписываемся, кто не подписан. Будет очень интересно, и в следующем году еще интереснее. И давайте, давайте, чем больше народу, тем чаще конкурсы. Так что увидимся. Всех люблю, целую. Пока-пока.